Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы вас познакомить с результатами российского ретроспективного исследования по изучению продолжительности жизни у больных метастатическим раком мочевого пузыря. На сегодняшний день хорошо известны социально-экономические проблемы, связанные с метастатическим раком мочевого пузыря. Они хорошо описаны в различных географических регионах. Известно, что наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются в Европе и Северной Америке. В основном заболевают мужчины в возрасте старше 65 лет. Известно, что рак мочевого пузыря занимает 9-е место в общей структуре онкологической заболеваемости. Ниже вы видите результаты анализа базы данных СИР за период 2011-2018 год. В США 5-летняя выживаемость при метастатическом раке мочевого пузыря составляла 6,4%, медиана 12,7 месяцев. Основной целью инициированного нами исследования было изучение общей выживаемости пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря, впервые выявленным за период 2017-2018 года в Российской Федерации. Вторичными задачами являлась оценка демографических характеристик пациентов с метастатическим раком мочевого пузыря, оценка видов и методов терапии, используемых в алгоритме лечения данного заболевания, а также зависимость продолжительности жизни от видов терапии. В исследование включено 9 российских центров из 11% всех регионов Российской Федерации. Включено 246 пациентов, среднее число пациентов в центре 31. По полученным результатам вы видите демографические характеристики включенных пациентов. Средний возраст больных метастатическим раком мочевого пузыря составил 72 года. Причем более 60% пациентов были старше 70 лет. По гендерным различиям вы видите, в основном это были мужчины, 75%, фактически 25% составили женщины. По гистологическому подтипу, в основном это был, конечно, уротелиальный рак, и диагноз морфологически был верифицирован у 70% пациентов. В 30% случаев диагноз не был верифицирован. По поводу использования молекулярной генетической диагностики, определения уровня экспрессии PD-L1, FGFR, то она была выполнена всего у 2% пациентов. Что касается применения адъювантной и неадъювантной терапии в процессе лечения данной категории больных. Анализ проводился у 201 пациента. Вы видите, что данная терапия проводилась у 18,4%, не проводилась более чем у 80%. По 18% пациентов, включенных в исследование, данных нет. А что касается системного лечения по поводу метастатического рака мочевого пузыря. Системную лекарственную терапию получали 37% пациентов. Из них химиотерапия, вы видите, 76%. И чуть менее четверти, 24% пациентов получали ингибиторы контрольных точек. Нужно сказать, что статистически значимых отличий по частоте назначения системной терапии в зависимости от гендерных особенностей в группах не было. Что касается возраста. Частота назначения лекарственной терапии у молодых пациентов была выше, составила 47% по сравнению с пожилыми 30%. Вы видите различия статистически значимо. В отношении назначения иммунотерапии также имеются статистически значимые различия, но они были менее выражены. По количеству линий системной терапии 61% пациентов получали одну линию терапии, 32,5 – 2, 6,5 – 3 и более. Таким образом, 2 и более линии системной терапии по поводу метастатической формы заболевания получили 39% человек. Показатели общей выживаемости. Медиана общей выживаемости составила порядка 7 месяцев.
Что касается показателей трехлетней общей выживаемости, она составила 10,6%. Показатели однолетней общей выживаемости – 34%. Безусловно, важным вопросом является оценка влияния лекарственного лечения на показатели выживаемости. Здесь вы видите кривые Каплана-Мейера в зависимости от количества линий терапии. Конечно, отсутствие системного лечения, вы видите, ассоциировано с наиболее худшими показателями общей выживаемости. Зеленая кривая – это пациенты, которые получали одну линию. Две и три линии, вы видите, фактически существенных различий продемонстрировано не было. Что касается влияния иммунотерапии на выживаемость, то здесь очень яркие данные. Вы видите, что медиана общей выживаемости у пациентов, получавших иммунотерапию, составила 34,5 месяца, без иммунотерапии – 5,5 месяца. Понятно, что различия были статистически значимыми. В отношении химиотерапии нужно сказать, что здесь медиана общей выживаемости составила порядка 18 месяцев. Различия с пациентами, которые не получали никакого лечения, также были статистически значимыми. Что касается медианы общей выживаемости у молодых и пожилых пациентов, вы видите, что были получены статистически значимые различия у пациентов в зависимости от возраста. Пациенты моложе 70 лет имели лучшие показатели, нежели чем пациенты 170 лет и старше. В отношении оценки непосредственной эффективности лечения, вы видите, что анализ проводился у 150 пациентов, причем полный ответ зарегистрирован у 2,7% пациентов, частичный в 12,7% случаев. Частота объективных ответов составила порядка 15%, стабилизация более 30%. Прогрессируем 54% случаев. В целом можно сказать, что благодаря проведенному лечению контроль над заболеванием был достигнут у 46% пациентов. Таким образом, по результатам проведенного исследования мы можем сделать следующее заключение. Большинство пациентов в Российской Федерации старше, с метастатическим раком мочевого пузыря старше 65 лет. 3/4 пациентов составляют мужчины. Гистологический подтип не верифицируется у 30% больных, что чаще всего было обусловлено тяжестью состояния пациента. 37% пациентов получили лекарственную терапию, из них 76% химиотерапию и 24% иммуно-онкологические препараты. Две и более линии терапии проводились у 39% больных метастатическим раком мочевого пузыря. Показатели медианы общей выживаемости и трехлетней общей выживаемости на сегодняшний день представляются достаточно неудовлетворительными. Назначение лекарственного лечения, проведение иммунотерапии было достоверно ассоциировано с лучшими показателями выживаемости практически во всех группах пациентов. Я благодарю все центры, которые приняли участие в данном исследовании, и особенно хотел бы выразить благодарность его вдохновителю и куратору Илье Валерьевичу Тимофееву, а также сотрудникам Свердловского областного онкологического диспансера, Тихоокеанского медицинского университета, Красноярского онкодиспансера, Омского областного онкодиспансера, Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону, Хабаровского, Астраханского, Приморского онкологических диспансеров, а также Института онкологии ХАДАСа Москва. Благодарю за внимание.